Тут еще более бешеные иксы. Зайди по ссылке и убедись. КС Горан, уляля, что за сайт? Ты моя радость. Привет. Ты домовенок? Это кто такой кудрявенький? Кто такой хороший? Покажи свои бровки скорее. Боже, какие густые брови красивые. О, amazing. Это где? Это мои брови перебежали к тебе. Ты мой сладенький. Ты у мамы, наверное, любимый сын, да? Ты единственный в семье? Или ты младший? Три брата у меня. Акробата. Ты самый младший? Акробата. Середина. Такой ты милый. Прям я бы тебя за щечку потрепала вот так вот. Что случилось? Окей. Ладно. Короче. Как тебя зовут? Росика, тебя как? Ну. А я смотрел с собой «Орел и Решку» по телевизору, кстати. Моя радость. Ну, я очень рада. Ты знаешь, все дети выросли на этой передаче. Тут внук бабушки приехал. Какая твоя любимая? Сейчас она накормит его. Где? Какой город? Какая страна? Подкаты к Ростику, ебать. Барселона, мое солнышко. Да, это было давно. Какая у тебя любимая страна? Барселона. Формы такие были аппетитные. Я понимаю, почему тебе понравилась эта передача. Не-не, сказал. Да, будет, будет. А, город. Ну, я очень рада. Короче, я бы хотел тебе спеть песню. А как мне спеть ее? Ну как, вот как можешь, так и пой давай. От души пой, с душой. А как мне вывести слайк сюда? Слайк. А что нужно образ сделать? Ой, блядь, сейчас. Я здесь. Мои как мне вывести рыцари. Песню 360 градусов? А вот это хороший мой вопрос, блядь. Раз. Где ее надо? Как... В этом, в Ютубе. Я могу ее вывести? Да, вроде можешь. Он же может стрим рубить? Да, просто стрим включай. Включай стрим просто. Ну, я только чуть-чуть, окей? Потому что я это боюсь. Забрать всю славу LJ, да? Короче, слушай. Давай. Слушай, это для тебя. Давай, солнышко. Кстати, рваные джинсы у меня еще, вообще-то. Да, вижу. Не стало. Шлаки нахуй, чувак, покусали. Перед моими глазами только вид твой сзади. Стрим не включай. Твой вид сзади, как Феррари. Вырубил телефон, чтобы не набивать. А что-то это ты, кошелка, не вырубаться. С собой хорошо, без себя плохо. Когда друг от друга там мажет, ну... Мы никому об этом не скажем. Видишь, тебе на 360, все остальные на проводе повисят. Браво. Это было просто потрясающе. Умничка. Я тобой гордилась. Спасибо. Жаль, что я не твоя мама. Я бы тебя сейчас пригрела, конечно. Сказала бы, сына, ты такой молодец. И я еще хочу тебе сказать, только что мама смотрит. Ну, мам, прости, реально. Это так получилось сейчас. Короче, я вчера цветок разбил. Это цветок для тебя. Спасибо. Я его вчера разбил, мама, реально, прости, пожалуйста. Это мне подаришь, да? Это тебе, Натюшка, все, пока. Надеюсь, еще раз встретимся. Давай, Бог в помощь.